следующий день после игры с Молдовой команда провела восстановительную тренировку и сейчас летит на следующий матч в Турцию, Стамбул. И вот мы нашли время задать несколько вопросов Ивану Облякову, который вчера тоже дебютировал в сборной России. Иван, каково это первый раз надеть майку сборной России? Скажи, пожалуйста, твои ощущения. Ну, это приятно, конечно. Отличные эмоции, невероятные. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть. Но я думаю, еще все впереди. Какие задачи перед тобой ставили тренер вот именно на этот отрезок, когда ты выступал? Увеличить давление впереди или вот какие, что в основном должен был делать? Ну да, конечно, где-то больше обострять и бить поворотом, потому что Молдова более низко оборонялась, и вот такие задачи были. Вот как вскрывать оборону таких соперников, которые, ну, можно сказать, всей командой обороняются? Вы в ЦСКА часто сталкиваетесь с таким, именно с такой концепцией игры. Вот как считаешь, за счет чего можно разнообразить свои атаки? Ну, я думаю, это дальние удары в первую очередь. И где-то больше флангами, прострелами, вот так вот через центр тяжело было проходить, потому что у них насыщенно защищались в центре обороны именно, и там между линиями не все получалось, и мало было таких возможностей где-то между линиями пройти через центр. У соперника были два таких опытных центральных защитника, и Бурянов в Турции играет, как-то это... Ну, помогало, что ли, команде, да, с нашими атаками справляться, как думаешь? Да я не знаю, опытные игроки, но у нас, я думаю, были моменты, но где-то не реализовали их. Я думаю, могли где-то чуть лучше сыграть, и в завершающей стадии где-то последнего паса, может, не хватало и удара. Помогало то, что много твоих одноклубников, в том числе и из молодежной сборной, вот вчера были на поле в то время, когда и ты тоже был выпущен на замену? Да, в принципе, не так важно, кто играет. Главное, командные действия, как бы со всеми комфортно, удобно играть. Главное, взаимодействие, чтобы были на том уровне. Но, конечно, это немного в плюс, конечно, шло, что мы друг друга знаем в большей степени, поэтому было проще. Что-то уже слышал, может быть, видел матчи Турции и Сербии в сентябре-октябре. Что запомнилось в этих командах, вот, наверное, тогда еще? Да, смотрел матчи нашей сборной, конечно, неплохие соперники, будут трудные игры, тем более на выезде играем. Я думаю, будут больше на атаку теперь играть. Я думаю, на выезде все равно команды приезжают, они больше нацеливаются от обороны, где-то компактно играют, в атаке убегать. Но я думаю, первый тайм с Турцией в прошлом матче неплохо удался, было много моментов. Но я думаю, будет хорошая игра. Все, спасибо.